Котик Потапщик. У нас все начинается все по второму кругу. Друзья, снова клич о помощи в домашнем мини-приюте 9 жизней. У Потапщика, котика, повторная проблема, что ранее и была. Снова кровит боковая сторона языка. В первые дни были воспалены лимфоузлы, да так, что у кота пошел отек на шею и мордочку. Бегом дала волонтер ему дексаметазон, антибиотик, ранколитин и витамины. На следующий день кот хотя бы ел спокойно уже. Волонтер Влада понимает, что проблема где-то глубже, чем вот эти поверхностные. Это уже просто болячка сама вылазит, и это как результат. И что может быть возбудителем инфекции, можно только догадываться. То, что девушка смогла, она сделала на дому. И да, ему лучше, но не до хорошего. Из активного крикуна и любопытного нашего Потапчика, который любит все гордины, мы видим полувялое, уставшее животное. Нам нужно ехать срочно на сдачу анализов, по-хорошему сдать тест на лейкоз, предположительно. Сейчас в приюте, к сожалению, нет ни финансов, ни средств на это. У нас на носу стерилизация кошечек, которая уже вот прям горячая пора. Влада даже не может отвезти лежачую девочку на обследование. Возможно, там и ФИП, по предположениям знающих. Пока она без изменений, лежит, ест и ходит под себя, к сожалению. Животных сложных предостаточно сейчас. У всех страшные диагнозы. От одного к другому хозяйка разрывается в течение дня. Средств катастрофически нет. На все хлопоты и расходы. Голова кипит, за что покупать еду, лекарства и прочее. Просто и как дальше выживать?